Итак, всем привет, с вами как всегда я, Десятый Физ. И сегодня я продолжаю играть в GTA 3, да. И возьмем тачку и поедем быстро выполнять. Нам надо не менее 4 девчонок. Значит, достаточно. Ну что ж, едем к Джоуи, потому что у нас миссии у Луиджи, как видите, закончились. Последняя миссия была вечеринка у копов. Сейчас у нас миссия называется ограбление фургона. Ну что ж, давайте посмотрим. Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Хорошо, я тебя понял. Ну что ж, давайте грабанем. У нас появилась шкала повреждений, и мне кажется, нам надо... Что сначала повредить, а когда будет шкала 100%, то мы можем его забрать, да? Так, нам надо поменять таку. I used to fall unconscious for hours at a time. Now with Equinox, I never need to sleep. Equinox is new from Zyper. Вот такая сойдет. You pay my car! Нет, не моя. Все, поехали. О, блин. Ты не мула, выхожу. Так. Да. Я. Прости, я улетаю. У нас уже одна звезда есть. У нас уже две звезды есть. Отойдите все! Я граблю, а! Уйди! Все, у нас чуть-чуть осталось, ребят, давайте! На! Все! Перевалим назад! Мы просто поездим с ними! В инкассаторе, и мы должны отогнать теперь в гараж. Да хватит орать, пожалуйста! Все, выйди из тачки. Мы вышли. Ну что ж, ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Десятый Физ. Всем удачи, всем пока! Пока-пока!